Жители Сургута и Сургутского района снова жалуются на смог. Накануне в социальных сетях появились ночные кадры из поселка Солнечный, на которых отчетливо виден дым. Как пояснили в администрации города, угрозы здоровью людей нет. Специальные датчики сегодня утром измерили концентрацию опасных веществ в воздухе. В среднем по городу она составила 1 миллиграмм на кубический метр. Это в 5 раз меньше предельно допустимого значения. Что касаемо причины задымленности, то смог вернулся в Сургут из-за лесных пожаров на границе муниципалитета. Речь идет о двух действующих очагах общей площадью почти 20 гектаров. По прогнозам спасателей, дым задержится в городе еще на несколько дней. В настоящее время у нас юго-восточный ветер, поэтому дымка будет. По прогнозу, сегодня-завтра ожидается южный ветер. И только к вечеру воскресенья, по прогнозу, опять-таки, мы ожидаем восточный ветер, который окончательно эту дымку должен развеять над Сургутом.